Друзья, снова всем привет! В этом видео мы будем проверять очередной лайфхак из ТикТока и будем пробовать открыть консервацию при помощи ножа необычным способом. Этот способ мы реально никогда не пробовали и не знали вообще, что так можно открывать крышки. Обычно я открываю крышки, это либо консервным ключом, да, либо ключом, который специальный для открытия крышек. Давайте сейчас посмотрим видос этого автора. Ссылку на это видео оставляю в описании. И по возможности можете перейти в этот ТикТок, поставить лайк автору и подписаться. Итак, давайте глянем. Ребятушки, все, посмотрели, да? Сейчас мы взяли нож и попробуем, делая, пожалуйста, все аккуратно, попробуем сделать сейчас треугольник, как показано в видео. Может, наоборот, наверное, да, нож? Может быть, отсюда тебе удобнее будет, наверное, вести. Вот здесь дырку. Раз, раз, от себя, а не на себя. В общем, ребята, проверяем лайфхак. Как оно получится или получится, не получается, да? Смотрите, это опасненько. Оп, видишь? Оп. Может быть, просто это не так начало? Мне кажется, на себя надо ее делать. Нет, это не ее, именно так. Вот так вот, да? Да. Так. Банка не лопнула. Да ничего страшного. Лопнет, значит, будет спецэффект видео. Ничего страшного. И от этого, да, может быть, отсюда начать все-таки? Нет? Точно? Попробую сделать отверстие, начать с этой стороны. Вот, видишь, как хорошо получается. Так, ребята, есть треугольник этот, вырезали. Теперь нам нужно, видите, у нас нож толстый, а потоньше у нас ничего нет, да? Какой-то взять. Возьми какой-то, может, другой ножик. Этот реально не подходит. Сейчас попробуем найти другой нож, ребята, потоньше, чтобы завернуть, значит, металл. А ну-ка. Этот получше нож. Давай, пробуй завернуть. Делайте, ребята, все аккуратно. Почему? Потому что металл острый. Давай я придержу. Металл острый, как лезвие. Можно легко пораниться, но если нет никаких подручных других средств... Так, стоп, сейчас я банку придержу, то мне сейчас она выскочит. Давай, пробуй. А потом руку протрешь. Давай снимать лайфхаки. Так, аккуратненько. Как-то так. Опа! Ребята, лайфхак работает. Крышка открывается. Лайфхак рабочий. Поэтому обязательно ставим лайк автору этого ТикТока. Реально гениальная разработка. Если нет... к примеру, да, вы находитесь на природе. И вы взяли с собой баночку салата. И нечем открыть. А вот это подковыривать... конечно, можно ножом подковыривать ее отсюда. И открывать. А можно и таким способом. Но этот способ, я считаю, не сильно безопасный. Конечно, подковырять лучше, так безопаснее будет. Но, в принципе, если все по уму делать и аккуратненько, то можно, значит, открыть банку. Еще раз обратите внимание. Посмотрите. Очень острый металл. Очень острый металл. Можно порезаться. Кстати, ребята, значит, если вы не делали вот такую консервацию в зиму, это что у нас? Перец. Перец с рисом. Кабачки с рисом. Кабачки с рисом, да? И что тут еще у нас? Томатная паста, да? Да. Томат, в общем. У нас есть там на канале. Есть, да, на канале этот рецепт? Да, на канале есть. Ясненько. Так что, ребята, переходите, смотрите этот рецептик. На этом, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Если задержитесь на этом канале, то сейчас мы будем вот этот салат выкладывать в тарелочку и покажем вам содержимое этой банки. Итак, сейчас происходит выкладка вот этого
чудесного салатика. Мне лично нравится. Рецепт есть на нашем канале. Вот, это отличная консервашка в зиму, но уже, ребята, уже лето, уже июнь, и мы все никак консервашки не съедим. Поэтому давайте посмотрим. Более подробные ингредиенты, значит, сейчас закончится видео, появится прямоугольник в конце видоса. Вы посмотрите рецепт этого салата, там будут ингредиенты, в общем, все пропорции от и до, поэтому пробуйте. А так у нас на канале есть еще и другие консервации, и другие рецепты консервации различных. А также не забывайте смотреть еще очередные проверки TikTok лайфхаков. У нас их уже, наверное, штук 20 проверочек прошло. Вот, иногда проверки, но очень-очень редко не получаются. Но в основном проверки все рабочие. Реально есть такие методы, о которых мы реально не знали. Поэтому TikTok, я раньше плевался на TikTok. То есть я думаю, ну зачем это вообще, зачем этот TikTok вообще нужен? А оказалось, ребята, мы из TikTok еще извлекаем пользу. И подсматривая вот такие вот лайфхаки, тем самым мы себя прокачиваем в этой жизни. Как говорится, сколько живи, столько учись. Люди до такого бывает додумываются, что просто, ну, что просто, просто, ну, я до такого бы не догадался никогда в жизни бы, до чего люди додумываются. Вот, поэтому, ребятушки, давайте еще раз посмотрим. Вот так эта красота выглядит. Рис, кабачок, так. Ну, томатная паста, соответственно, с помидорчиков. Наверное, чеснок, да, добавляется, скорее всего. Чесночок, что-то еще. Что-то еще, в общем, какие-то секретные ингредиенты, которые я уже забыл, которые добавляются. В общем, вкуснотища. Пробуйте, готовьте. На этом все, ребята. Всем желаем приятного аппетита. И, ребятушки, реклама. Реклама. Сварили вот такой вот рассольник. Ух! Настоялся уже. И сейчас мы по тарелочке его тяпнем. Рассольник, значит, тут перловочка, свинина, да. В общем, рассольник, ребята, вот у нас, по-моему, этот рецепт уже есть, да? Но, по-моему, без перловки. С перловкой мы не снимали еще. Да, ну, в общем, если нужен рецепт с перловки, напишите свой комментарий, и мы обязательно снимем этот видос. Всем до новых встреч, пока.